Як замотивувати себе на досягнення результату? Як знайти в собі сили та резерви? І як же зробити так, аби ці сили і резерви не закінчувалися? Саме на тему мотивації у спорті будемо говорити з нашим наступним гостем. Це Денис Нікулін, мотиватор і фітнес-тренер. Дуже рада бачити вас у нашій студії. Здравствуйте. У гарному настрої, в гарному гуморі. Я знаю, що у вас багато справ, але ви якимось чином можете їх усі виконувати, і у вас, мабуть, не буває такого, щоб якась справа вылетела. Чи так це насправді? Бывают дела, которые не реализовываются, но так бывает редко. Я стараюсь придерживаться, скажем так, своего тайм-менеджмента. Мы живем в информационном веке, где нам приходится правильно отсеивать информацию, делать какие-то правильные, эффективные действия, вот, чтобы получить какой-то результат. Поэтому стараюсь. Стараєтесь, так. І людина, яка правильно замотивована, вона може зробити дуже багато справ. Вона може зробити звершення над собою і досягти більше, ніж планувалося навіть. Як же так зробити, щоб ті мотивації, які ви собі десь намітили, щоб вони працювали? Ну, очень просто. Сложного в этом ничего нет. Человек, прежде чем что-то делать, он должен подумать внимательно, ну, что он делает, надо ли ему это. То есть он должен подойти осознанно к тем задачам, которые он хочет выполнить. То есть если он сможет так сделать, то он задуманные планы сможет реализовать. Обычно люди, которые ставят себе ежедневник неосознанные какие-то там заметки, планы, они не реализовываются, потому что он сам для себя, человек, я имею в виду, не понял, надо ему ли, или нет это. То есть все через осознанность. Ну, треба чи не треба. Він же хоче, наприклад, ну, дівчата, так, хочуть же мати гарну струнку фігуру. Да. Хочуть схуднути, хочуть, але не завжди вони можуть це зробити. Вот. І ті результати, які вони вкладають в себе, постійно тренуються, займаються, не знаю, там сидять на якихось дієтах, які просто їх, ну, знешкоджують, я би так сказала, тому що на це дуже важко і це складно, і це все не приносить результату. Да, я вже 13 лет работаю уже в фитнес-индустрии, сталкиваюсь постоянно с тем, что вы говорите. Люди действительно хотят, но хотеть это ведь одно, то есть нужно делать. И когда ко мне приходит человек, я всегда говорю: окей, я понял, что ты хочешь, но смотри, давай мы теперь поработаем немного с психосоматикой, поработаем с твоим мозгом и попробуем действительно понять, хочешь ли ты это осознанно, либо ты просто хочешь. Это ж разные вещи, понимаете? Ну, справді, хочеться, так? Да. А як це зробити? Як зазирнути вот до себе всередину? С помощью там правильных вопросов, там дискуссий. Мы во время тренировочного процесса понимаем, что действительно хочет человек. Если я вижу, что человек в общении со мной, ну так скажем, понимает действительно, да, что он хочет, то есть я ему спрашиваю, зачем? То есть и человек должен понимать, что он делает это не для общества, не для друзей, не для кого-то, а сам для себя. То есть и мне нужно его подвести. То есть я ему задаю разные наводящие вопросы, вот, и подвожу ему к тому, чтобы он сам себе честно ответил. Когда человек себе сможет честно ответить на вопрос, вот, зачем? А это не так легко. Вот обычно люди живут в иллюзиях каких-то, в картинках, в глянце в каком-то. И когда человек смог ответить себе там на поставленные вопросы, честно, вот, кажется со стороны легко, но на самом деле это нелегко. Тогда он получит результат. От давайте так зараз змоделюємо ситуацію. Ну, наприклад, дівчина, яка хоче схуднути, так? Вона точно хоче цього. Вона хоче виглядати як на картинці, там, де вона бачила в Інстаграмі, наприклад. Так, вона цього хоче. Але чи готова вона, наприклад, займатися там 2 години на день спортом активно? Чи готова? І я вам скажу, що не всі захочуть сказати точно, я готова, але можна себе обманути, можна прийти і зробити вигляд, що ти займаєшся, так? Добре, нехай цей пунктик у нас є. Наступний. Чи готова вона відмовитися від дуже смачних тістечок? Можливо, і ні.
теж цей пункт можна вже відхилити, так? Чи готова людина, можливо, чимось пожертвувати? Але ж є такі мотивації, які не дозволяють людині переступити через себе, через свої потреби, через те, що тобі подобається в житті. Є такі мотивації, які можна пройти вільно. І вам буде приємно від того, що ви робите, а ви будете дивитись на результати і побачите, що це якраз те, що вам потрібно. Ось я про такі мотивації хотіла вас запитати. Вот. Як я, скажімо так, работаю, да, в своїй практиці? Я людям більше стараюсь, знаєте, не запрещать, говорю, вот это нельзя, то нельзя, там, это не смей. Я в обычной беседе стараюсь людей подвести, опять же, к осознанности того, чтобы человек понял, что это просто не надо ему. Вот понимаете, все тут мелочь. То есть психологи же давно уже доказали, что человеку запрещать ничего не надо. Угу. Вот. Та ты так гарно, да. Можешь заспокоиться, да. И не думать про то, что тебе треба скинуть декілька кілограмів, так? Да, моя задача плавно подвести человеку и дать возможность ему самому понять и самому сделать вывод, что ему это не надо, а ему надо это. И вот как не зря говорят, да, там тренер он не просто человек, который дает физические нагрузки, он еще и психолог. Вот и моя задача делиться своим опытом, вот, потому что я сам же сталкиваюсь с такими проблемами. То есть я в спорте уже 25 лет, вот, mm-hmm. в тренерстве 13 лет работаю, и багаж знаний большой. И моя задача, как я сказал, помогать людям, подводить их. То есть задают какие-то... Привожу примеры какие-то, наводящие вопросы задаю. Вот. И с каждой тренировкой я смотрю, ну, о чем человек думает, о чем он размышляет. Обычно люди приходят на тренировку, они делятся своими мыслями. Угу. Вот. Я там могу ненавязчиво спросить, там, как там прошел день, там, что ты кушаешь обычно, то есть как ты вообще к еде относишься. И, ну, слушаю, что человек отвечает мне. То есть вот как-то так. Такий тренер, який розуміється на психології. Зараз, мабуть, це дуже запитана така, такий симбіоз, така спеціальність, яка може поєднувати в собі декілька варіантів. І коли ви розумієте, що та людина, яка приходить до вас, вона жива істота, вона десь колись щось могла з'їсти не те, можливо, з поганим настроєм сьогодні прийшла до вас на тренування, да. І від того багато чого залежить. І вона навряд чи видасть той результат, який від неї очікувався. Але ж ми знаємо таких тренерів, які бодай, от що, але вони повинні зробити це. Вони повинні дати людині такий поштовх, який її на плюс потім спрацює. Тобто людина щось виконала, і вона виконала більше своїх можливостей. Як ви ставитесь до такого підходу? Чи він потрібен зараз? Скажу так, кожна методика має своє місце бути. Но головне цю методику примінити в нужне время, да, в нужний момент. Но, опять же, человеку больше свойственный подход, ну, на ту тему, о которой мы поговорим сейчас, не силовой, не запретный, вот, а лучше действовать через объяснение и разъяснение. Вот сколько понадобится человеку, да, для того, чтобы он пришел к правильным умозаключениям, вот надо подождать просто. Mm-hmm. Вот, не зря говорят, там, у каждого там самурая свой путь. Mm-hmm. Вот, так же самое и у каждого человека. То есть мы делаем правильные действия и ждем, пока это зернышко, да, которое мы сеем, там, слова – это зернышко, тренировки, то есть упражнения какие-то – это зернышко. И наша задача – их посадить и прорастить, чтобы, ну, это дало плод какой-то. Вот. У каждого зерна растут по-своему. То есть кто-то быстро взращивает, кому-то надо больше времени. Но если говорить о психологическом подходе, не надо никого ломать. То есть человеку нужно дать возможность и создать такие условия, чтобы он занимался в кайф. Mm-hmm. Вот. То есть когда человек что-то делает через удовольствие, он начинает быстро получать свои результаты. И когда я вот провожу свои тренировки там, персональные, там, групповые, я всегда стараюсь вот, действовать именно через вот эту вот составляющую.
Це дуже добре, да. Бо людина може отримувати і настрій, і у неї з'являється більше бажання. Да, і да. Ті ендорфіни, які виділяються, вони дають їй можливість працювати ще більше. Це найкращий допінг. От те, що ви говорите, це найкращий допінг. Тобто чоловік не замічає час, да, скільки він знаходиться в залі. Дні, точніше так, неділі літять, як один день. Вот. Человек начинает потом смотреть, блин, а как-то так я быстро изменился. Из-за того, что он в правильном потоке, вот, ну, поток вы знаете, да, это состояние. Mm-hmm. Вот. Моя задача человека ввести в такое состояние, чтобы он не думал о тренировке, как о какой-то пытке, чтобы он не ждал тренировку, как, ой, блин, это же очередное, там, время, которое я потрачу, блин, я мог бы позаниматься там чем-то другим, возможно. Вот. А тренировка... Помимо того, что ты, когда занимаешься, получаешь физическое еще, физический результат, ты получаешь еще психологически, вот, и получаешь такое, знаете, духовну гармонію получаєш, я б так це назвав. Ну так, вивільняються проблеми, починаєш займатися, там хвилин через 20 ти вже розумієш, що те все, що відбувалося з тобою протягом дня, воно вже не варте того. Ти вже просто це відкинув і все, ти вже переходиш на інший рівень і зовсім інакше ставишся і до свого життя, і до того, що буде завтра. І це дає можливість людині отримати зовсім новий, інший рівень, рівень життя. До речі, ось ті спортсмени, які живуть от в світі, так, вони мають отой рівень. Він достатньо такий високий. У нас зараз лише такий почався такий простір, де люди дуже хочуть займатися і спортом, і фізичною активністю. І це якраз те, що, чого нам не вистачало. Те, що дає нам зараз можливості ось так бути в тонусі. І ну, насправді дуже хотілося б, щоб більше цього всього було, і щоб люди приходили не через те, що це просто десь модно і популярно, а через свою необхідність, через бажання. Хочеться так цього всього мати. Я знаю, що ви багато чого вкладаєте і спілкуєтесь з кожним, розумієте і проблеми, і ті потреби людини. А як ви потім вдосконалюєтесь самі? Як ви знаходите сили на наступний день, щоб знайти себе в тому дні, в який вже він буде? Хороший вопрос. Я викладував относительно недавно, наверное, это было где-то в марте, может, или в апреле, пост, посвященный тому, как правильно начинать свой день. Вот. А от того, как ты правильно начнешь свой день, зависит, будет ли у тебя энергия для того, чтобы прожить день, для того, чтобы добиться каких-то там поставленных целей, там, краткосрочных, долгосрочных. Ведь мы энергию берем не от того, что мы там только поспим или только поедим. А что такое вот успех, что такое счастье, что такое результат? Это правильно организованная жизнь. Угу. Согласны? Звичайно, вот. Так, конечно. И моя задача как тренера, помимо действий, которые приведут только к похудению, я стараюсь помочь человеку организовать в целом правильную его жизнь. То есть помочь ему посмотреть на какие-то ситуации, на жизнь немножко с другой стороны. Вот. И когда мы правильно организуем жизнь, там что-то, там шурупик подкрутили, там болтик подкрутили, там где-то что-то еще там подтянули. И в совокупности вот эти мелкие штучки, которые мы там их делаем, они помогают нам в достижении каких-то целей. То есть похудение – это побочный эффект. Вот вы когда организуете свою правильную жизнь, что я имею в виду? Утром проснулись, выпили стакан воды. Точнее, не с этого. Вы проснулись утром. Усмехнулась. Да, посмотрели в окно, думаю, улыбнулись, так. То есть проснулись не быстро, там, спокойно посидели, ну, резко подниматься нельзя с кровати. Потом выпили стакан воды, потом помедитировали, сделали дыхательные упражнения специальные, вот, немножко позанимались йогой, ну, йогой такой чисто стретчинговой, это потянулись немножко, а потом сделали себе полезный завтрак. И все это не спеша, спокойно, вы должны всеми своими действиями сделать правильное принятие дня. И вот это все вас будет заряжать, давать вам такую силу мощнейшую, что вы будете делиться со всеми. Я думаю, на выходных это возможно. А когда у людини будильник поставлений там, ну, нехай, ну, на 6:30, так?
Да. 6:30. Ну, стандартно візьмемо такий час, так? От він вже задзвонив, і людина собі розраховує, скільки їй часу потрібно для того, щоб все швидко зробити. Тобто, переважно в усіх оцей будильник, дзвоник – це той час, коли треба зірватися і бігом побігти все зробити. Отак от не треба робити, наоборот. Нужно робити це медленно, спокійно. От ви обращали увагу, коли ви утром просипаєтесь, спокійно, розмірено, день проходить, пух, великолепно. Но когда вы просыпаетесь сразу в спешке, день проходит, ну, сумасшедший. Вот он, какой-то как не с той ноги. У нас просто час такой, у нас и все дни такие. Не-не-не, я жил в таком ритме, как вот вы говорите, я делал там 16 тренировок в сутки, хотя у нас 8 часов только рабочих. Я рано просыпался, поздно приходил домой, я не получал счастья от заработанных денег. То есть, ну, вот у меня был такой насыщенный, то есть, моя задача, такое ощущение складывалось, как раб работать, давать, что-то делать и все. Но когда это я начал... заради чогось было? Ну, у меня были тогда, вроде бы когда, заради чего, но у меня были, знаете, как ну, ложные какие-то мотивационные какие-то, ну, как-то ложная мотивация какая-то была. Но когда я в этом разобрался и стал наоборот, то есть вот все, что ты успеешь спокойно сделать в этом дне, это все твое. И вот это вот пусть и немного, что спокойно ты сделаешь в этом дне, оно тебе больше принесет счастья, и ты будешь более продуктивнее, чем ты бы сделал все быстро. Вот есть много разных принципов, по которым строится свой рабочий день. Там принцип Помодоро, вот, принцип Паретто. Вы знаете, да, принцип Паретто? То есть, ну, я думаю, что вы до нас еще придете и расскажете Більш детально про эти все принципы, за якими можно налаштувати своє життя и робочий час тим більше. Але за те, що ви сьогодні сказали, я вам дуже вдячна. Бо ми сьогодні зможемо розібратися. І бачите, як добре, що не в тій гонці ми знаходимо себе, ні. А в тих якісних справах, в тих, можливо, невеличких, але в тих справах, які нам принесуть щастя, задоволеність, ми відчуємо це життя, воно не прогайне повз, воно не пролетить, а воно буде, ми будемо жити, проживати його кожного дня. От мені здається, на цій ноті треба завершувати нашу програму, наш ефір. Я дуже вдячна вам за це все, що сьогодні ми всі почули. І я так сподіваюся, що ті люди, які теж дізналися для себе щось нове, вони насправді це все запишуть собі, занотують і будуть користуватися. Я надіюсь, да. І таке маленьке доповнення по поводу утра. Я раньше вставал, знаете, тогда, когда вот я мог встать. Вот. То есть, например, если я вижу, что я могу поспать, ну, я посплю. Если вижу, что надо раньше встать, я раньше вставал. Сейчас я взял за правило вставать все время в 5-5:30 утра. Вот. А есть такое вообще понятие, как время Бога. Это с восходом вообще солнца нам нужно просыпаться. Вот. И когда человек возьмет себе за правило вот это вот делать постоянно, поначалу может тяжело казаться, это ерунда. А лягати в скільки? 10, тоже с заходом солнца. В 10, в 8:30. Вот это один из мощнейших источников энергии. Есть интересные еще книги, одна из них, вот, например, «Магия утра». Она великолепна, я вот очень рекомендую всем почитать. Мы вот с таких вот простых моментов, мы черпаем энергию. Так что я всем желаю искренне удачи. Я надеюсь, что... Просыпайтесь. Да, просыпайтесь рано, организовывайте свою жизнь правильно. Ну, будьте счастливы и здоровы. Дуже дякую вам. Вам теж хочеться побажати великого щастя, щоб ви справді те, що ви маєте, щоб ви його зберегли ще надовго, і щоб воно вистачило аж надовго, аж поки захочеться жити ще. Ну, а ми будемо з вами прощатися, зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.